мультик про фей он пошел смотреть. А Инна знает, что мультик про фей пошел смотреть? Ну, это вроде получше, да? За болото 100 лет, кстати, у меня там прям хорошей игры не было. Одно дело, мне на Ютубе писали, типа, там, очень много игр за болото выкладываешь, а что-то я уже не помню, когда я за болото что-то выкладывал. Сынный пошел смотреть мультик про фей. Семейный подряд. Это приятно. Заряд болеем. Поправляйтесь быстрее. Скорейшего вам выздоровления. Четыре так-то норм. Это, конечно, очень зависимо от медведей, да, в данном случае киллер. То есть запихнут куда-нибудь не туда эти внешние жилища, и все, и считай. Считай, очень тяжело, но нам везло на киллере. У нас были мощные сдачи. Давайте еще чуть-чуть. Привет, Евгений. Добрейшего времени суток. Ну, Тазар, тащи как не в себя. Давай, Таз. Ты лучший, мы в тебя верим. Да, прошлое прям не сдалась. Прям вот. Ну, в этой серии, да, вышли в центр. Центр пустой. Ну, или охрана сильнее. Так, ну что, тут у нас все правильно. Поехали. Смотрим, ищем. Как ты сделал такой фон сзади, когда ничего не видно? Хромакей поставил. Зеленое полотно, которое потом вырезается через программу. Собственно, все стандартно. Бычки. Ой. Да что ж такое-то сегодня?
По жилищам очень хорошо, по коробкам очень плохо. Ну, не то, что прям очень плохо, да, но стрелковые... Ну, плохо, стрелковые охраны... Тут с коробой... Ну, какие-нибудь ящеры, может. Ну, скорее, гноли. Ящеры, войны на болоте. Такая себе история. Ну, а как по жилищам хорошо? Ну, вот быки, да, рядышком прям. Два внешних жилища. А лес, вот тут, ну, мы не понимаем, к нему был проблоченный проход или нет. Нет, уток сразу ставить не запрещено. Есть желание ставить сразу уток, можно ставить сразу уток. Как говорится, не возбраняется. Погнали следующую смотреть. Тут что какая-то торчит, да? Ну тут тоже гидра. Плюс к коробке. Вообще проход заблочен в одну сторону для начала. Так, карабас за големом 2049. Ну или в Новосилисков, да, похоже, наверное. Щиточек. Что-то Тазара вообще было не взять, как вы понимаете. Защита там. У нас сейчас девятая защита будет. Какой же кайф. Девятая защита на тазе. Рельеф вот тут, конечно, да и вот тут не очень понятно, что-то рельеф так себе, да? Ну, смотрите, защита, атака, прям по статам мы сразу себя сделаем мощными. Ну, как, не то, что прям совсем мощными, но... Здорово, Майн. Что это за рейтинг в лобби я сегодня видел? Это что такое? Из-за чего выбор не в пользу уток? То, что мало. То, что 15 дерева ты сразу отдаешь. А если ты дерево быстро не находишь, ты сидишь, куришь бамбук в плане отстройки. Нашли какую-то коробочку, нашли меч. Оппонент плюсует, это говорит само за себя. Значит, сдача на первый взгляд хорошая. Привет, Анбар. Надо финалец. Прямо здесь и прямо сейчас мы готовы принимать бой. Прямо здесь и прямо сейчас желательно. Да, ну рельеф прям какой-то печальный на этой карте, на этой сдаче. Вот, судя по тем кускам, что мы видим, смотрите, просто массивы какие, да, проблочены. Болото, ну не сказать, что прям всегда таким, такой дичью отличается.
Коробок можно чуть-чуть нам накинуть? Буквально, ну, буквально несколько. Так, чтобы нам обидно не было. А реально, что поставить? Давайте поставим. Лесопилки, правда, не видать, ну что ж поделаешь. Отсюда она забирается. Ну, вроде сюда далеко бежать. Карабасик, вот еще быки. Это сразу мы, естественно, не забираем. Один, десять, один, один. Вот это статы. Это я понимаю. Не убил единичку. Да. Тазар, конечно, жесткий. Видали? Огр не убил единичку. Вообще нас не пробивает. А мы только начали качаться, да? Только начали, так сказать, в раж входить. Ты же мой красавчик! Никогда не думал, что так Тазара назову, но по факту. Просто по факту взял и логу взял на втором уровне, поймал. Ой, хорошо, вот это тоже хорошо. Это тоже очень хорошо. Так, а серы нигде нам не раздобыть? А? Как вы думаете, ребят? Ну, быков как бы не отбивали, но поставить все равно на первой неделе приятно. Жилище есть, да? Одно, второе... Второе, третье было где-то. Тут, по-моему, третье. Нет, тут виверны. Вот у нас сера была, да? Мы ее просквозили. А зря. Серу. Ну, армии не было. Какая специализация у Тазара? Защита. Ну, в смысле, доспехи. Увеличивает эффективность навыков доспехов. Иду на музыкальный концерт, посвященный героям 3. Вся музыка, оркестр, все дела. Айда со мной. Хорошо тебе сходить. Хорошо сходить. Привет, Александр. Так, ну тут логу надо выкачивать, да? Могут это быки быть, по идее, да, если их прям... по верхней отметочке. Так, а что-то у нас реликов не было давно на респе. На кроссе сегодня ни одного релика. На ауткасте на первом ни одного релика. Надо как-то исправляться. Мы, можно сказать, только за счет них и тащим против Сергофана. В прошлый раз только из-за реликов и затащили. Поэтому что-то как-то все неправильно обстоит в этом смысле. Надо как-то подсобраться.
Не, отличный оппонент, прям. Прям мне очень нравится. Еще, знаете, мне, для меня всегда тоже очень важно, как человек реагирует на ситуации, когда он выигрывает и проигрывает, да, там потом в переписке и так далее. Тоже тут абсолютно адекватное поведение. Прям к Сергофану, ну прям реально одни респекты могу выразить. Не, ну воздух надо взять. Блин. Утопия нашлась. А мы так. Мечик там какой-то лежал. У нас щиточек, там меч. А может топор на самом деле кентавра. Все, я вернулся. В смысле, ты ж спать ушел? В смысле вернулся? Тапки 2-2 не в счет. А где у меня были тапки 2-2? В прошлой сдаче у меня были тапки 2-2. Но 2 ол, у меня не было 2 ол на респе. Опять некрогород. Хотел сюда заехать. Ага. Заедь тут. Их, наверное, 50-99. Да ну, это не вариант. Блин, меч тут так. Ой, ну мы не вовремя сюда приехали. Ёлки-палки, всегда так вот это обидно, когда ты приезжаешь. Вот это бы в темп брать, и как бы потом все тут было красиво. Но, к сожалению, не всегда это получается. Охрана, да, стрелковая, тоже не очень приятно. Ну, вот с этой коробки мы, получается, стартанем, да? Или что-нибудь еще найдем дальше? Но тут знаете, как надо делать? Тут надо брать вот эту коробку, ехать вот сюда. Блин, быков, да. Ну, все равно надо так делать. Брать эту коробку, ехать туда вниз за мечом. Вот эти коробки брать на обратном пути. Мне кажется, что тут уже после этого мы тут все будем разносить. Кстати говоря, лесопилка удобная, да? А вот и релик на респе. Неплохой, кстати, релик. А релик, кстати, норм. Где лучше скачать Outcast? Напиши просто в поисковике Jebus Outcast Герои 3 скачать, и там первый же сайт будет какой-то там Templates название. Это сайт разработчика шаблона, там и скачай, там и инструкция есть. Меч с дономадами чуть выше старта. Да, ну это разве меч? Там 6 статов, тут 4. Давайте улучшим, это нас сделает чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть, ну сделает же, да? 48 пацанов.
Василиски или змейки? Как же он терпит, да, под ним ребята терпят. Это просто... Его просто не пробивают. Так, крокодилы, отлично. На крыльях сразу вот сюда. Тоже крокодилы могут... Ну, надо собирать, надо собирать. Там сразу утопию тогда будем ломать, наверное, уже с мечом. План такой, короче. Да, этот не тут не быстрая, вроде бы скорости здесь особо и не видно. Еще эта штука. И вот бычки. Сыграть чисто в прирост. Рассчитывать на хорошие домашние утопы. Эй, в смысле? А, с них же ответка не снимается. Что я творю-то? Господи. Что творю, что делаю? Уже все равно на ответку-то. Били-били меня, били-били. У меня все равно почти никто не умер, да? Девять единорожков. Он же с каждым уровнем становится жестче и жестче и жестче. В плане того, как он терпит. Серьезно, на... А, вот так, да? А, я думал, вы на этих пойдут. Думаю, да ладно. Думаю, да вы прикалываетесь. До этого не может быть. Казалось, может. Они просто не убили Виверну. Ну, просто не убили. Да, это такое, конечно, создание кайфовое. Так. Нам бы еще бычков поставить, да? Отлично, что в стек.
Да, дрянь такая. Блин, вниз, говорю, надо лететь. Ну, как бы надо. Как бы тут тоже вон сколько вкусно. Шестой день, на седьмой еще быков возьмем, да? Блин, нам бы циклопничек где-нибудь. Значит, как-то с циклопничками не очень. Так, ну здесь тогда мы отстройку в любом случае. Вот эту штуку надо было поставить. Когда я там был. Ладно, откладывается чуть-чуть тогда эта история. Земли он, да, у нас нету. Думаю, что-то нам не хватает. Для полной гармонии с окружающим миром. Точно, думаю, земли. Девяносто девять огров. Ну, наверное, надо сразу, да? Раз уж мы здесь-то. 50 ровно. Дай бычков. Или маловато их тут для бычков. Просто, конечно, красавчик. Так, смотрите, что мы делаем. Мы забираем вот эту штуку, да, третья неделя. Короче, тут все долго. Тут все долго, но... Но мы сейчас тут зато соберем. Сейчас возьмем вот эту штуку, да, погрейдим быков. На третьей неделе обязательно поставить даблу. Блин, вот это, конечно, надо. Надо это было сразу брать. А я ушами прохлопал. Что, вниз мы все-таки едем, но вот сделав такую петлю. Не очень это радостно приятно, ну что ж поделаешь. А, сейчас ты убьешь прям, да. Эй, как не успеваем? Ну, давайте разгонимся, да, в любом случае здесь тогда. Так, попозже Капитолий поставим. Да, книжку бы неплохо было, конечно, купить. Для этого было бы неплохо не продавать вообще все, да? Надо сразу забрать, не факт, что мы успеем сюда вернуться. В общем, нужна хорошая утопия, и нужно бы еще одну найти. Вот эту штуку надо бы, да? По-хорошему нам вцепить.
Ну, уже, наверное, на обратном пути. Так, стоять. Медведи на месте, армии типа больше у нас. Ладно. Не, надо, наверное, прям ускоряться и вот прям вот так. Да? Да, это мы вернемся. За коробками, за всем. Ага, вторую утопию нашли. Тын-дын, две утопии. Быков мало, но... Вообще войск не очень много. Но зато терпеть мы будем знатно, да? Так, ну посмотрим сейчас, как пойдет. Так-то Тазар должен вытерпеть, мне кажется. Сейчас меч возьмем, будет 10-я атака. И я, кстати, думаю, что надо будет взять здесь защиту. Сюда, вот сюда за мясом. Ну, быков, понятно, отбить. Утопия. Ой, минус моральку бы, да. Сюда, сюда, сюда. Гидр забрать. Хороший, да, хороший меч. Ух ты, карабас какой. Могут быть и бычки, да? Что напали-то на моего мужика так? Били, 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 били и отняли 13 штук. Надо все равно их брать. Есть типа слот под них. Даже если это не то будет, что нам нужно, да, чтобы прям. Поэтому надо сразу. Еще нам ртуть нужна. Еще наменяем. Ну, за этими уже не поеду. За вивернами. Да, прикольно, да, хочется, но уж это уж перебор. Это уж совсем жадно. И так жадно, и так я играю просто в респ, да, в свой. При том, что оппонент, скорее всего, сейчас улетит уже. Но я верю, что утопии нам дадут хорошие. Что сейчас мы прям... Двоечка, двоечка, хорошо. Блин, ну... Ударил. Фу. Так, ладно, спокойно, спокойно. Расставился еще черти как. Спасибо за помощь, дорогой товарищ.
Да, армия немножко так растаяла, да? Ну, как бы основные стейки, ладно, этих вообще не били. Да этих ребят вообще не били. А можно землю получить, Тазар? Такая коробочка, да? Тройкам. Надо терпеть. Надо терпеть. Эй, в смысле, а взгляд? Ужасно. Просто ужасно. Это что такое было? Василиск, конечно, отработали по полной программе. Опять не делает. Вот они, быки должны быть. Немножко не та коробка, которая нам нужна была. Ой, коробка. Немножко не те книги, как в утопии, которые были нужны. Это плохо. Рассчитывал на хорошие утопы, а в итоге... В итоге с хорошими-то не сложилось, да? Типа у нас будет очень хорошие приросты. И все такое прочее. Да, портала внешнего мы тоже не видим. Ну а земли нет, в принципе. Ну, все равно книга земли была бы, конечно, клевая и приятная история.
Ой, ну книги, конечно, блин. Монахов, ну тут. Да черт возьми, не, ну уже это уже далеко, это уже надо залетать в основной город, выходить, получать причем где-то землю, да, получать ТП. Мы можем играть от прироста, надо будет забрать эту штуку, гидры я хочу поставить. Не знаю, удастся ли это все реализовать, да, если у нас тут какие-то перспективы уйти в лейт, но в принципе по внешним жилищам мы поработали это неплохо. Три быков, две виверн. Бывало и получше, конечно, но. Вот он, релик, кстати, еще есть. У нас 1872. Не, ну это надо сразу лететь. Это мы не подбираем, да? Заливаем ману. Максимально возможное количество. То есть вот это скип получается. Тут ящеры вполне могут быть. Ну как бы ладно, это все, ну нельзя жадничать. Надо реально заливать маны, сколько есть, и ехать. А быки снизу замка. Что быки снизу замка? Две трети эликсира. Я вижу, что две трети. Их же две трети, да, они три из трех, поэтому. Ну что, забираем вот это, вылетаем в центр. Пытаемся словить как-то землю, как-то где там. Слушайте, коробок еще много, да? Тех же гидр много внешних жилищ. Мы, ну, парочку мы видим, не забрали. Но это далеко, сюда уже нельзя было ехать определенно. 39 бычков. Тут сколько сидит? 12. Это с одной коробкой, да, на четвертой неделе. 50 плюс быков. Ну, хотя бы. Поставить бы еще грейд на монархов, конечно, тоже бы не помешало. Так, ладно. Мало ли все-таки мы уйдем, да, дойдем до гидрок, ну кто знает. Мы сильнее, да, по армии. Но опять же, он может быть на разгоне. Но мы так нормально докупились, да, то мы без армии бегали, считайте, когда нас оценивали. Дело такое. Вот эту штуку будем забирать. Я думаю, да, у нас дабла построена. Да и как бы опыт нам не помешает в этой боевке.
Шапка, да, шапку забыл поменять. Это правда. Ну, сейчас самая главная проблема — это наличие земли. Вот прямо здесь, сейчас. А он упорно прям отказывается, как будто у него челлендж у этого господина. О, я до него не дохожу просто. Печально. Армия больше. И мы сейчас не на разгоне, да? При том, что статы меньше. Солидно. В любом случае солидно. За Никсами 10-19. Не факт. Василиски, я бы сказал, с хорошим шансом. С хорошим шансом Василиски. Привет, Ери. Тазар супергерой. Ну, был такой фильм. Я не помню, как он назывался, где был Борис Бритва, да, и вот этот вот. Про него говорили, хрен попадешь, да? Один герой говорит, ну, в него, по нему хрен попадешь. Второй говорит, а почему он говорит, его называют хрен попадешь? Он говорит, ну, по нему хрен попадешь. Но Тазар, он из этой серии, его хрен продолбишь. Он очень хорошо терпит урон.
Неожиданный выбор. Как говорится, неожиданно неприятный. Чел, ты возьмешь землю или нет сегодня? Я вот интересуюсь. Надо сразу забирать, да? А вы что драться хотите? Вы что, ребята? Вот вы, конечно, не в себе. Не ожидал я, Тазар, от тебя такого подвоха. Может, нам тпшиться сюда, скупаться, уже потом ехать, ну как-то, а чё, ну а смысл мне бежать в центр, да? Не вижу. Тазарчик. Университет на респе мы не видели, да? Я думал, воду сейчас возьму, и потом он точно стихию лутанет, ну, землю лутанет. Он, ну, обычно они неплохо землю же лутают, да? Ну, тут прям, конечно. Прям печаль. Чего не хватает? А, ям Василисков.
Так, окей. Окей. Так, ну что, забираем вот эти вот карабасы. Этот жилище забираем. Этот карабас. Сюда перелетаем. Ну, в общем, перелетаем до тех пор, пока мы вот сюда не оттпшимся. Скупаем здесь армию. Сюда скупаем здесь армию. И после этого едем. План? Так себе. Но, блин. А еще знаете, что мне не нравится? У нас вообще ничего нет на кулак. Вот кулак на крепость с хорошим мясом, это, конечно, имбище. А вот вообще ничего нет. Вот в принципе. Ни одного кусочка. Шапка внизу, вот это что ли? Это вне зоны доступа. Эх, нам бы воздушный контроль, да? 420 маны пропадают. Это тоже, наверное, надо добрать, да? Все, мяса лишним не будет в любом случае. Как говорится, много мяса не бывает. Странно, что он еще медведей не погрейдил. У него просто на 1.4.2 уже архи стояли, а ну, у медведей как бы сильно проще погрейдить. Ну, мы не знаем вообще, что у него и статы у него низкие для варвара на этом тайминге. То есть у нас неудачные утопы, вон какая, какие, да, статы. С двумя неудачными утопами, где не было ничего на ол в утопах. А, тапки были, вру. Были тапки. Гнолы. Кайф, какой же кайф. Какой же кайф, ребятушки. Я, Александр, в такого рода дискуссиях не принимаю участия. Кто сильнее из приведенных? Вроде как теоретически доказано, математически доказано, что Тазар сильнее Крэга. Что обилка на защиту лучше обилки на нападение. То есть посчитано. Калькулейтед, как говорится. Вот эту коробку, кстати, мы брать не будем. Она... Хотя тут могут быть эти ящеры, да? Ящеры так-то чё, норм. Толстенькие, хорошенькие такие. А ребятушки, а еще эликсир, если собрать. Вдруг он у нас соберется. Змеек погрейдить. Всех надо погрейдить. Сейчас популяция мы... А нам есть куда быков-то покупать? Быков бы, но этих уволим, да?
Быков 9 штук мы купим в любом случае здесь. Причем трех еще здесь. Угу. Сильнее всех вера в кость. Спасибо на добром слове. Угу, понял. Ну, чтобы быков было особенно болезненно удалять, да? О, ну, гналей точнее. Удалять их надо. Мне нужны быки. Гидрхаус бы, да, провести. Вообще такими вещами, ребят, кто учится играть в Outcast, заниматься противопоказано. Я имею в виду, вот такое позднее сидение на респе, добор внешних жилищ, то есть, скорее всего, сильный оппонент вас уничтожит. Если вам не завозят там с респа утопы, да, и так далее. Вот были просто, была бы у меня земля. Вот только земля вот мне бы. Ну вот сюда бы земля, хотя бы сюда зашла. И мы бы сейчас, конечно, тут попрыгали, по-другому бы все делали. Но как инвалиды, приходится так. Доброй ночи, Алексей. Так, сюда-сюда, да. Прыжочек. Скупка сюда. Вот эту штуку добрать. Может быть, и вот эту еще серой, кстати говоря. Серая нам будет нужна. Похоже на правду. Оп, может тоже без земли в центре. Поэтому и без седых. Все может быть. Мы же никогда не знаем, чего оппонент. Ну, там, да, обрывочные сведения из таверны, это понятно. За пятами, да. Ну, как слабо, или ящеры, или змейки. Ну, как бы, я говорю, был бы контроль, я бы их, вот это все бы тут подчистил, но у меня его нету. Я не могу распыляться на крыльях. Это и так супер долго же все, да? 2-1-1, мы сидим на респе. Ну, мы не просто так сидим, ясное дело. Мы вроде как делом занимаемся, но в то же время. С пониманием, что говорится. Как говорится. Что это все равно очень и очень долго. Тут, кстати, можно будет вот сюда шарик забрать и вот сюда прыгать. А, мы не забирали его ж, правильно, мы бы иначе не выпрыгнули. Просмотр воздуха. Надо глянуть, где оппонент. Это вот уже мой косяк. То у меня его не было. Где? Вот тут, да, я поставил гильдию, был просмотр, я не проконтролировал этот вопрос. Поэтому это мой косяк. Что-то и над же днем вообще не везло. В следующий раз. В воскресенье на Джи будут КВ, КЗ, 5АЛ и крылья. И куча-куча конз с зефирками. Ну, будем надеяться. Спасибо за тут за поддержку. Моральную, материальную и вообще. Будем верить, что так все и сложится. Плохо, что много коробок нагнали и мало на ящеров, да?
Ну, как мало. Три на ящеров мы нашли, но просто. Хотелось бы побольше. Ну, вон там статы уже добрались, да. Ну, и так, как бы, тут... Эджвотер это сюда, да? Понял. Так, плюс защита есть. И деньги кончились, да? Так, ну хоть не минималочка. Тут штуку надо добрать. Но это еще деньги какие-то, да? Добрать надо. Так, там то, что мы знаем точно, там есть земля. Ну, практически наверняка. Так, стоять. Здесь не надо грейд ставить. Да, как вот это вот смотрелось, прям кайфово. Рядышком Тазар, который терпит. Надо отдать должное, терпел он там как боженька, да, потому что в двух утопах, ну, практически он там, да, там мяса-то не было, было 17 бычков, 9 виверн и 83 ящера, ну и там аджор. Хорошо, ящеров там не сожрали. Но у нас нет денег на грейд гидр. 15 тысяч как-никак, плюс это, да, нам надо все остальное погрейдить. В идеале затащить в лейт, да, в лейтуху, если он к нам не поедет, типа. Поймать землю где-то найти в центре, я не знаю где, надо где-то искать. Потому что, ну, конечно, гидр хочется реализовать именно хаоса. Но денег сейчас на это не хватит. Кстати говоря, если мы так делаем, да, то может быть, сюда и не надо ехать. Ошибка была сюда. Надо прыгать в Edgewater, грейдиться, брать все, что есть. Ну и лететь, лететь, искать. Искать наше счастье там где-то в песках. Все, план такой. Привет, за бойца. Добрый вечер. Удача сегодня что-то не на моей стороне весь день в героях. Кольцо возле универа внизу. Это не скорость. Я не видел универа на этой карте вообще. Это библиотека. Это плюс один хп. Если это имеется в виду. Кайф. На зрелищную финалку. Спасибо огромное, Верадия, за поддержку, за пожелание. Хотелось бы зрелищную финалку. Вот прям очень бы хотелось. И вроде мясо мы набили, да, под нее, но есть нюансы. Есть нюансы. Кулак нужен, прикиньте, гидры хаоса. Вот этих кулак, эликсир и вот это вот все там. Слушайте, а может и нет у него книги? Может он через внешний ТП отпрыгнул, кстати говоря. Че он едет-то иначе? Че бы ему иначе ехать-то, да?
Гидры не скупленные. Тут все выгребли. Добрый вечер, Хидейл. Столько бы мяса сегодня днем. Да сегодня днем можно было остановиться. Ну, учитывая, что там был взрыв, правда говоря, да? А у нас не было. То да, там нам без магии там перебивать. Надо было бы именно на мясе. Ну, с другой стороны, у нас было ослепление, мы там могли как-нибудь, если бы мясо какое-то у нас было. Ну, со взрывом тяжело, да, против взрыва, там, когда на статах оппонент, ты от него не можешь защититься. Там 20 плюс СП было. Там взрыв, я не знаю, насколько бахал. В общем, очень круто. Привет, Никита. Сегодня геройский, супергеройский ауткаст. Первая затарка не задалась. Оппонент Тергофан. Сейчас играем Килгар против Тазара. Таз подвел. Ага, все. Он припрыгнул, да? Он припрыгнул. Вообще-то я бы сказал, что нам нужен прыжочек. Ну, в смысле, а сдаться? А убежать? Некрасиво с вашей стороны. Скилловенько. Так, есть мечик. У нас какой? Ну, там получше, да, всяко. Книга воздуха нам бы еще была бы нужна. Топию забрать. Книга воздуха была бы нужна, но ее нет. Так, ну ладно, есть книга воды, есть экспертная вода, да. Колечко на скорость. Да лучше было бы колечко на ХП, которой дейлика не хватает. Ну, по идее, у нас должен ехать финалить, да? Медведей погрейдил, я думаю. Ну, тайминг высокий у него, с хорошей вероятностью есть уже то, что ему надо. Топу обязательно взять, если он еще не забрал. Ну, тут вопрос, позволит ли он нам шаландаться здесь по центру или приедет нас финалить. Тут вот в чем вопрос, на самом деле. Потому что центр довольно близко, да, ну как относительно. С контролем, ну это не проблема. Дотянуться. Щит еще, конечно, убогий у нас. Щит убогий. Так и запишем. Вот они, победители антиквара.
Может, кстати, надо было Берд сдать. Хотя... Да. Этот господин издевается. Так. Щит. Дубина. Чё не хватает? Нагрудника, да, не хватает? Мы не видим только нагрудник. Земля была бы отличным решением для нас. Надо, наверное, в сторону дубины. Блин, здесь 20-49 призраков, ёлки-палки. 20-49 призраков. Шарика еще не видим, да? У нас только шапка есть. Дубина, ну, блин, 20 плюс этих ребят. Танкую их. И нет нагрудника. Нагрудника мы нигде не видели. Я вот, ну, наверное, запомнил бы его. У меня был план поискать, поиграть через кулак за крепость. На респе шар. На респе... Кстати, шар, да, вроде где-то мелькал. А где он на респе? Кто мне скажет? Кто мне подскажет? Кто расскажет? А в этой сдаче на респе шар-то был? Не вижу. При беглом осмотре. Шар за пегасами. За пегасами. А, все, да, да, спасибо. Спасибо, ребят. Ну, сейчас на самом деле момент истины. Если земля не приходит, то я домой-то, как я домой? Ну, через внешний ТП как-то, да. Да, да, я увидел шар, спасибо. Всем спасибо. К сожалению, земля — это тот навык, который, ну, жизненно необходим. На ауткасте и без него. Тут видите, как близко до него уже. Тазар, Тазар. Так, живем. Якобы живем.
Так, щит, шлем. Видим, где дубина. Взяли шарик. Видим, где книга воздуха. На всякий случай, да? Но не видим нагрудника. Так, сколько нам надо еще? 12 тысяч опыта. Ну все, он финалит нас. К сожалению, мы не успели собрать, что хотели. Но будем бороться. Будем биться как есть. Да, у торговца может быть куртка. Будем биться как есть. Он с шариком, наверное, да? Ну, с кулаком. Не надо было ТПшиться в деревню. Да, это кулак. А мы не надели эту штуку. Ну, очевидно, что там есть шар. Это все очевидно. И это все очевидно. У нас были отличные шансы на победу, если бы мы нашли у него, я бы сказал, что по мясу-то мы, да? Слушайте, а может дать молитву, пока... Блин, быки немножко не там стоят. Пока он не обкастован, и этих убить там условно. Не, наверное, плохо. Наверное, через... Кого я убью? Я убью вот этих ребят, подставлю своих виверн, да? Нет, плохой вариант. Вот эти вот, какого болта рядом стоят? Кто мне расскажет, кто подскажет? Сейчас берсерка и все. Ну, в этой связи, кстати, надо давать молитву и улетать куда-то. Да, поставил рядом, конечно, это я молодец. Под берса, да? Нет, змейки не будут снимать, если шарик стоит. Да там шарик 100%. Ну, 99%. То есть это детская ошибка. Такой антиквар может подчас допустить из-за особого своего таланта, внимательности, да, так это, конечно. Двадцать пятая атака по 19 защите. Смысл? На ней так все было. Давайте, бычки, как не в себя. Хорош.
Кстати говоря, хорош. 21 был, да? У нас еще эти ребята. А, эти ребята, да, я же ими отлетал. Этих ребят нет, ходу. А, ой, на нем же антимаги. Что это варит? Серьезно? Ты сейчас серьезно? Щиток прокинь? Отличный план. Жаль, не сработает. Хотя почему не сработает? Я же уже от этого отходился-то, да? Но, собственно, я через вейт. Так, ну что, антимагия, говоришь, да, у тебя на мишке? Дело хорошее. Книгу огня не нашел. Я много чего не нашел. Я много чего не нашел. Так, ну что мы тут? Мы тут, по идее, убиваем отряды, да, разные. А, он первый ходит. Ну тут, как бы, мне кажется, уже... Это к вопросу, почему Тазар супергерой. Вот поэтому. Потому что его хрен прошибешь. Землю продвинули, ТП-шиться можем. Тазар затерпел, да. Вот поэтому Тазар супергерой.
Классные игры заходят. Ну да, если не считать мою промашечку сегодня первую, да, на этом. На причале. Да, Тазар, конечно, машина.